Так, всем привет! Это продолжение игры в моем мире. Чё тут я наворотил, не буду объяснять. Награда Кэпу мне надо. Так, тут у нас переделана генерация была. Я переделал генератор мира. Ну, точнее, генератору. И стирал кусок. Просто стирал кусок мира. И поэтому тут кое-что изменилось. Помните, я черпал? Не было такой глубокой. Дальше перейдем вот тут у нас. Мобы в фронтовике опасные появились. Энты. Слоны. И внес генератор мира. Не прилагает при пропуске этой деревни. Ну, в принципе, мир подогружается. Нормально. Старался я отрезать поаккуратнее, поэтому давайте посмотрим. Вот эту гору я отрезал. Отрезалось в самый раз. Да, самый раз. Да, вот этот чанг отрезал до этого. Так, вот казармы. Жители недавно построили. К тому же мир сейчас находится в состоянии генерации. Карта осталась абсолютно та же. И сид мира не менял. Потом, кстати, можно сейчас даже слетать. Будет. Добавились вот эти и убить их только топором можно. Теперь стал на порядок опаснее. Да, потому что новые мобы. Сейчас посмотрим карту. Делаем часть генерации. Поддержки работы. И ферма была еще. Помню, начало второй фермы теперь. Теперь мне придется отбиваться от местной фауны. Точно, лес я старый потерял. Да. Кто я
что я выращивал. Давайте сейчас посмотрим, как эти Winsmoth отрабатывает. Он, по-моему, его генерирует нормально. Неужности. А не совсем он генерирует нормально, он как-то по-особенному генерирует свои структуры, не ориентируясь на сид мира. Потому что вот здесь вот должны быть эти. Барбарак или как-то амбарву. Амбар должен быть. Сейчас давайте-ка слетаем к спауну. Касательно поселений. Я их уничтожил в части. Где-то вот тут возле спауна должен быть домик. Ага, вот. А, значит, он появляется, но при этом здание, оно не сгенерировалось, поэтому вот нового генератора. Ужас, тут какие перемены. Вот она, эта монетка. Так, вот берем жезл разрушения. Катас, вот это я уничтожил только что. Дальше звезды. Деревня тоже теоретически существовать не будет. Главное, наверное, все-таки сохранить деревню. Хотя в целом-то они у меня сохранены. Структуру я могу запросто вернуть. Подлетаем. Недоступно, недоступно. Не хочу я брать и... Хороший. Такой Лукатос. Начальник нажал ругать. Походу сейчас мне предстоит большой ремонт. Буду я делать, соответственно, все в креативе.
Начнем помогать ребятам. А на этом всем спасибо. До следующего отчета.